Всем большой привет! Компания Dacia представила совершенно новый кроссовер под названием Bigster, который обещает стать настоящим бестселлером в своем классе, где обитают такие легендарные модели, как Hyundai Tucson, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и другие. Bigster, конечно же, не обладает таким громким именем, как вышеупомянутые модели, но он однозначно будет притягивать клиентов своей относительно бюджетной ценой и просторным салоном с тремя рядами сидений. Если говорить в целом о новинке, то по сути это удлиненная версия нынешнего Duster. Он также отличается угловатым дизайном с высоким капотом, массивным пластиковым обвесом, расширенными крыльями, оригинальной Y-образной оптикой и почти таким же салоном. На старте продаж Bigster будет доступен только в электрифицированных версиях. Речь идет о мягких гибридах на 130 и 140 лошадиных сил, а также о топовой версии, которая представляет собой полноценный 155-сильный подключаемый гибрид. Точная цена новинки пока не объявлена, однако во время презентации директор компании пообещал, что стоимость базовой версии не будет превышать отметку в 25 тысяч евро, а плагин-гибрид в 30 тысяч. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!